вчера вы там заходили, кто захватил-то? Да я откуда знаю, кто захватил, я сам только в игру зашел, и никого, главное, нету. Я приехал к мэрии один, такой, вы что, охерели, что ли? Какого хера мэрия захвачена, а тут никого нету? Не, я в этой конфе увидел. Тут вот тебе чувак тут спрашивает. Сколько? Сколько? 180 тысяч? А за кого? Еще и звонят такие моменты, действительно. Так фон. Можно мне охрану? Нет. Поскольку он выходной. Друзы хотят ограбить. Угу, блин. Уже ограбление. Прям тебя ограбили уже. Кому он нужен, господи? Да, 20. О, один зашел, видел? Насчет банки, это нон-РП вообще-то. Мы им должны вживую, по сути, передать деньги с кейса какого-нибудь. Ну, с каждого можно это по десятке собрать, не берется. ПГ-2 из трех. Прекрасно. Даже... А что за ПГ-2? Конечно, во время этого я буду штурмовать. Все будут штурмовать. Я даже не буду твою выписку смотреть. Ну смотри, на сколько? 24, 6, 8. Ну да, их 40. Ерунда. Откуда знаешь, что там 40? Ну сказали, они сами вышли и сказали. А, ну может они блефуют. Да, конечно. Там есть 10 человек. Эх, ты там, их там много. Ну когда на теракте было, там всегда человек 50 было, наверное. Да ёпта. У меня нету на данный момент опытных бойцов. Нам нужно цепление района. Штурмовать мы будем сами. Слышь, Тём, ты кому написал? Позвонил, точнее. СВшнику. Больше никого нету. А ну нафиг, на нафиг там вообще нужно. У них много заложников. О, аху. А мы сами туда идут, слышь. Ждем. Ух, твою мать. У меня еще и FPS 130. Как так вообще? У меня тоже бой. А ты ж народу много. Отлично. Где эта Марина, слышь? Да я тут знаю. О. Да
Насколько я знаю, я должен подчиняться ФБР, но что-то они вообще ни хера не делают. Да они купы вообще. Вот лидер смотришь, вот знаешь, вот все банды, все там. Это я тебе точно говорю. Заяков не знаю, ЛКН точно там. Ему еще не отцепляют. О, блять, надо ВФ написать. Постройтесь все здания. Нас слишком мало. Умешает. И чё? И всё? Чё и всё?